Приветствую всех, меня зовут дядя Митя, и мы сегодня находимся на дне открытия на площади Ленина вот этой вот замечательной импровизированной сцены. Она посвящена Снежной Королеве. Тут ткань, сейчас мы все это посмотрим и расскажем всю эту историю. Попадая на площадь, создается впечатление, что переносишься в сказку про Снежную Королеву. Сразу при входе вас встречают светящиеся золотые цифры 2021. Проходя через такой импровизированный туннель, мы попадаем в 2021 год. Кстати, ноль выполнен в виде туннеля из гирлянд. Особенно привлекательно выглядит в темное время суток. Вот еще одна новая композиция. Ее полюбил просто народ и тусуется возле нее рядом. Но на самом деле очень красиво. Это Кайта и Герт. И их сказочный замок, где можно полазить, покататься с горки. Короче, просто офигенно. Так же, как и персонажи этой сказки, городок сделан для детишек. Здесь представлено несколько небольших горок. Но больше всего их привлекает мостик с главными персонажами сказки. И все непременно хотят сфотографироваться на память с ними. Конечно же, самое офигенное — это бесплатный каток прямо на площади, где можно прийти и покататься. Главное, нужно с собой принести коньки. Вход бесплатный. Но если у вас нету коньков, вы можете здесь арендовать и переодеть их. Короче, очень офигенная задумка. Просто супер! Кстати, залито два катка, один для малышей, а второй для более взрослых людей. Рядом с ним установлена интересная фотокомпозиция. Такие вот сани Снежной Королевы. И единственный, конечно, небольшой такой минус, то что самой Снежной Королевы, чтобы с ней пофотографироваться, нету. Так же, как и в прошлом году, на площади установлено большое количество елей, украшенных светящимися гирляндами. А среди елочек можно увидеть установленных балерин. Смотрите, еще одни декорации тоже были с прошлого года. В этом году представлено довольно-таки мало новых. Главной достопримечательностью площади является новогодняя елка. Наша самая красивая елка. Посмотрите, как она красиво выглядит. Просто замечательно. А вот о чем я вам говорил, то что есть места, где нет декораций и просто пустые. В этом году пандемия, и нет никаких аттракционов, нету сценок и всего такого. Очень обидно и жалко, то что когда же это все закончится? Вот уже не первый год она радует глаз местных жителей и туристов, приезжающих в Воронеж на праздники. Рядом с новогодней елкой установлен дворец Снежной Королевы. Также вы можете представить себя Снежной Королевой и посидеть в ее троне. Он представляет собой фотозону со сказочным троном и переливающимися кристаллами. Как и в прошлом году, на площади будет работать ярмарка. Здесь еще многое, что не доделано. Даже взять вот эти павильоны. В них еще не расставлен товар, который будет продаваться. Но я думаю, со временем, ну, в ближайшее время, да, здесь будет все красиво и замечательно. Также среди хвойных деревьев установлены солдатики. И оловянные солдатики также были представлены в прошлом году. Декорации становятся все больше и больше. Но есть также здесь и места, свободные от них. Всю эту красоту дополняет карусель с лошадками. А некоторые декорации остались еще с прошлого года. В том году был щелкунчик у нас. И эта декорация именно. Всем непременно стоит посетить новогоднюю площадь и зарядиться положительными эмоциями к Новому году. Очень красиво, и ты заряжаешься этим праздником, Новым годом. Мне понравилось здесь гулять. Здесь просто сказочно и классно. Ребят, кому понравилось мое видео, не забывайте ставить лайки. Меня зовут дядя Митя и ее Юля. Всем удачи и пока!